Просто объясняю то, что вы прекрасно знали, что ТОВ «Горностай» работал по договору с ТСЖ на Борисенко. Я не знал, например. ТСЖ? Я не знал. Ну, не знал. Да я вам неоднократно с вами Ну, не знал я, что по договору он работает. Ну, не знал. Да я думал, назначили там... Председатель ТСЖ, правление меня выбрали чеканцева, сняла с себя полномочия. Вы председатель ТСЖ? Да. В общем, пока я правоустанавливающих документов не увижу, мое заявление, я... Сейчас через ТОС выкладывал сюда эти деньги. И так как ТОСу не пытались даже дать лицензию получить, она стоит 30 тысяч, это все за счет жителей. ТСЖ лицензия не нужна. Давай, еще пошли набирать. Поэтому было принято правление, так как уже... В протоколе было выбрано управление ТСЖ на Борисенко в 2009 году. Правление было принято решение управлять самим. Жители оповестили, но просто времени не хватило, чтобы собрать собрание и поговорить. Простите, сразу перебиваю. Вы говорите об одном нарушении за другим, понимаете? Вот навязываете цепочку одно нарушение, второе. Мы сделали, мы нарушили. Ну вот так, мы нарушили. Понимаете, что вы сейчас там хотите? Почему мы нарушили? ТСЖ на Борисенко, оно уже создано, оно выбрано. Вы не кто голосовали, вы не голосовали, больше 50%. Вы процедуру саму нарушили, блин, мое право нарушили, их право нарушили. Нет, неужели не понятно? Конституцию нарушили. Конституцию нарушили. Нарушила администрация города, которая 50% больше не нарушила, теперь наши жители хотят. Вы... Мне кажется, надо тогда в управление. А о чем сейчас разговариваете? Пошел домой. Потому что всех оскорбляет. Вот этот, это мошенничество оскорбительно для людей, блин. Конечно. Остались те же люди работать, те люди, которые живут в этом микрорайоне, да. Вы можете назвать, кто в нашем зоне, старший или кто-то там какой-то начальник? Я могу сказать, я старшая. Кто вас выбирал изначально? Никто не выбирал. Никто не хотел. Никто не хотел. То есть это территориальное управление было создано еще до ТСЖ на Борисенко. До ТСЖ на Борисенко. Возглавлял вот этот тот горностай Власенко Василий Васильевич, который является помощником депутата городской думы. Там администрация сказала, мы и без вашего согласия создадим. Нам ни одно заявление вообще от жителей не нужно. И как мне в администрации сказали, ни одного заявления от жителей не было, что создано буквально только вот администрация города. И в администрацию, и ходила я три раза в администрацию. То есть в итоге, как бы, Власенко говорит, нам нужен человек, который подпишет, вот, ну, в итоге от дома обойдет жильцов и вот эти акты подпишет. В итоге администрация сама подписала эти акты без нас. И в прокуратуру заявление осталось без ответа. Ответ я так и не получила, который я написала. Зато у меня ответ есть. Приняло решение самим осуществлять обслуживание 1 июля. Да, вот. Вот, понимаете? ТСЖ принял решение. Жильцы об этом не знают. Тихой сапой вы что-то там ковыряетесь в подвале, каких-то подрядчиков, там, не знаю, может там гексоген закладывают. Это подрядчики приходят делать там дренажную систему, Вы уходите от главного. Кого вы предупредили, что вы с 1 июня, вот то, кто там прописано? В объявлении писалось. Да? Нет. Не писалось, обращение это писалось. Не было ничего. В этом самом жилище. И почтовые ящики. Ничего не было. Надо предупреждать. У вас самозахват. Да какой же самозахват? Поменялось название. Правильно. У меня есть ответ в личной инспекции. То, что документов, была проверка по письмам документов, никаких документов правоустанавливающих ТСЖ нету, не представлено, никем не представлено. Потребовали на Борисенко, в Горностай тоже нету. Нигде нет, никаких документов нет. Поэтому, извините за выражение. Нет, в смысле, на ТСЖ документов? Да. Заявление работников, собрание, ни один из наших не присутствовал, извините за выражение. Это процедура, это необходимая процедура, без которой все ваше это вот...
так снижается, понимаете? Они об этом молчали, никому. Поэтому мы пошли на то, да. Чтобы... Они же об этом никому не говорили, они только в 2010 году... Ну, вы сами признаете, что незаконно было создано, сами говорите. Бесполезно подавали. Меня женили, Евгения, вообще без меня. Хотите уголовное дело? Вы его получите. Да за что ж я получу? А почему поделали, если поделали подписи, во-первых? Кстати, жилищная инспекция уже проверяла нас. Мы что? Меня не посадили, почему?